Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иуда Маккавей побеждает врагов и очищает храм. Иуда же и братья его сказали: «Вот, враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище». И собралось все ополчение и взошли на гору Сион. И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены. И в притворах, как в лесу или на какой-то либо горе, поросли растения, и хранилища разрушены, и раздали они одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы, и падали лицом на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.